Приветствую вас на моем канале «Сельские будни». Вот все-таки решилась мечта идиота, как говорится. Выехала на эту сторону, перевез вездеход по другую сторону, пижмы, как бы сказать. В леса выехал. Вот, потому что у нас уже все, трава начинает вести. И у меня было желание этот, на эти поля съездить в деревни не один год. И вот я выбрался на эти поля. Так, пробежался, круг уже тут пробежался. Нашел несколько железяк. Вот. Вот какую железяку нашел. От трелевочника. Что-то такая. Я не видел, что он. Она срезана и сломана ли. Как бы обрезана. И вторая была, там вот еще такая же. Какой-то вал лежит. Вал, наверное, что, на 40 или на 50, наверное. Я думаю, вес уже будет. Вот. Сейчас пока, ладно. Нашел вездеход, я ушел тут, бродил, ну, навигатору. По навигатору, конечно, по телефону. Надо было туристический навигатор взять, там точки стоит. На этом навигаторе я, ну, на этом по карте. Вот. Ничего-то не понял, как точки ставить. Ну ладно, все равно ориентироваться есть, где ориентир. Вот иди, побегал. Вот. Ну, карта садит, у меня зарядка есть, все, ничего страшного. Без навигатора тут ходить плохо. Ладно, сейчас вот все, сегодня что-то договорился, перевезти вездеход. Надо бы тут на 40 километров перевез. Ничего не приготовил, взял он чаю налил, да вон сайка была у меня с изюмом. Сейчас вот наверну, да, сушки вон есть. Поем и пойду вот тут, вот стоянка была, нашел там банки, да что-то попадаются. Вот тут вот. Ну, концерны банки попадаются, иначе надо крутиться. Наверняка тут была стоянка. Лесорубы стояли. Конечно, все не обтешешь, лес большой, но сколь-нибудь что-нибудь поищем. Ладно, всем приятного аппетита. Нам тоже. Обедаем. И так, времени. Не посмотрел, сколько времени. Так, времени еще 16 минут 12-го, вообще времени детское. Ладно, сегодня я как бы на попуток думаю отправляться. Куда выеду, не знаю. Какую, или в ту сторону, или в эту. В эту ехал, как бы очень дорого, плохо ехать. Там дорога тяжелая вообще. Но в эту еду туда не знаю как. Ну, попробуем в эту сторону. Потому что лучше оставить на месте, чем посреди леса там у дороги. Вот эта щушка вросла в корнях. Видно, что литой металл хороший. Песочек. Тут какие-то тоже крепления. Вот она. Тут тоже какие-то крепления вон туда пошли. Ну, под деревом, не знаю, здорово, нет ли вросло. Попробуем вырубить все равно. Все равно не бросать такую штуку. Тут деревья подрубим, да ничего страшного. Деревья тут, ого-го. Даже рубить нам на всю жизнь не вырубить. Ну, более-то не попортим что-то. Это дикарь. В дикарях тут растет. Ну, вроде там дальше кончилось вал. Ну, вроде все, конец, вот он. Ну, думаю, дорого. Толщина такая. Сантиметров на 50, наверное. Толщина не маленькая. Думаю, будет дорого, вес хороший. Ладно, что, попробуем выковыривать. Вот, с помощью лебедки и топора, и лома достал. Вон, только один корень тут мешался, потом выворотилось. Все. Такая вот чушка, что-то. Балансир. Балансирович, по-моему, что-то не может быть, или что, непонятно. Ну, что-то хорошее. Вот, старинный плуг какой был. Только от плуга, от какого-нибудь, может. Ну, как бы непонятно что. Не встречал таких. Так. Тут наверняка от релевочника, тут, наверное, вал стоял. Тут что-нибудь упор какой-нибудь. Может быть. Ладно, тебе хорошо. Сейчас вот вездеход рядом. Сейчас грузим, уже 100 килограмм точно есть. Может больше. И сейчас еще тут похожу, покружу, может еще что-нибудь есть. Потому что стоянка тут была рядом. Банки попадают, значит что-то есть. Так вон там проеду. Ладно. Ходить надо, ходить, выхаживать, ногами сейчас выхаживать. Железо что есть. Только искать надо.
Так, заехал на такую полянку. Видите, деревья валяются. Тут, значит, было штабеля наверняка. Где штабеля были, значит, должно железо быть. Вот. Сейчас мы походим. Вот тут я прошел уже, вон тут железки нашел. Сейчас покружимся тут. Место такое перспективное. Надо, видите, старая елка, как бы у этой елки всегда обедали. Такой хороший. Что, ходим, ищем. Вот иду, что-то глазам заметил, какую-то железяку. А, гидробак. Гидробак. Значит, железо тут есть. Значит, на правильном пути. Гидробак. Ну, килограмм 10 будет. Все равно железо. Ладно. Лежит. Так. Значит, трактора тут разваливались. Надо искать в этом болоте. Вон, что-то еще вижу. Так. Вытащить могу какой-то казанок. Врос вон трещины. Сломан. Ну, чугунный. Где-то сквозь его выросло. Ладно, все, ходим уже. Даже не легонький, чугунный такой казанок. Значит, на правильном пути стоянка была. Надо прозванивать хорошо тут все по кругу. Кружить и кружить. Смотрите, что я нашел. Вы даже не поверите, что я нашел. Это ладно. Оп. Он даже с коллектором. Нифига себе. Даже с коллектором 75-ки. А41 двигателя. Еще, да? О, поднять не могу ногой даже. Вот это что? Нифига себе. Можно и даже руками пошевырять. Целый коллектор. Бурак вместо коллектора. Это ладно. А самое главное, во. И далее. Далее даже не подумайте. Опа! С одной рукой поднять не могу. А это знаете что? Это радиатор. Радиатор. Он даже и с масляным радиатором. Я как-то поднял. Вот. И нацелился с ним. Такой. Живот болел долго. Трактор разбирал. Он очень тяжелый. Целиком еще сбори. Капотом от Казахстана. Вот трактор от Казахстана такой капот. Я думаю, что от него. О! Что-то прирос еще, даже сорвать не могут вместе. Так, думаю, кто-то еще тут есть все равно. Почему я не могу с места шевелить одной рукой? Вот синий, это Казахстан и были. Сейчас оторву его, посмотрим. Потому что не могу сорвать рукой одной. О, оторвал кое-как, видали? Какую красоту я нашел. Вечный борщик смятый. Какие-то пробоины. А так-то вроде радиатор, смотреть. Нормальный. Не пробитый ничего более. Ну это вички проросли, так все с ним. А и далее, какая находка. Это бывает очень редко такое. Ну он тяжелый. Надо пробовать, разбирайтесь, как получится. Мне его даже не погрузить. Потому что там и с землей еще. Масляный радиатор, он не легонький. Вот. Так, вот тут вездеход-то не так далеко. Может и подъедут. Не знаю, больно тут в лесу. Да, уже мой день сделан. Это уже будет. Цена не маленькая уже. Но я думаю, что разбирать его надо. Домой везти. Раскручивать болты все эти. В один, а то скидку сделают большую. Думаю, что
чугунные, это алюминиевые патрубки. Это все отдельно. Все защиты. Надо разбирать его. Так, Казахстан, синие были они. Так, где есть, нет, краска осталась, нет. А вот, краска осталась синяя. С Казахстана видно, что такая вот штука у них сделана. Вот, да. Этот коллектор килограмм 50 точно было. Вот штука-то хорошая, раньше искали. Здесь ничего не сломано. Ну, сейчас кому нужно. Раньше искали, эти бураки-то отпадывали. Ну, в последнее время, раньше-то их было полно везде. Смотрите, колени все целые. Гайки одной нету. Все крепление. Так. Что-то там еще какие-то железяки. Какие-то железяки еще вот тут лежат. Ладно, сейчас металлоискатель возьмем, прозвоним. Красотень. Красотень. Кто ходил, тот знает. Это я мечтал несколько лет сюда попасть. И вот я свою нашел. Красотень. Так он в лесу. В дремучем лесу нашел радиатор и коллектор. Так, забрался все-таки сюда. Тут буксовали, наверное, смотрите, какие колеи. Аккурат, 4 колеи такие, ямины. Что тут буксовал? Вот, забрался все-таки сюда. Проломился. Теперь надо будет обратно как-то выбраться. Под... Ну, как-нибудь выберешь все равно. Оскольз рубитель и яичек сколь не согнел. Вот. Сейчас, ладно, будем. Тут прошел всего, немножко нашел запчастей, ну мало. Тут пружину нашел сломанную. Раз 75. Тут уже нормально сейчас. Попробую подразобрать, сколько можно. Подразобрать, чтобы полегче было. Вот, хотя масляное ято что-то там снять. Облицовку попробую открутить, если открутиться. Были бы торцовые ключи, конечно, бы больше все разобрал. Торцовых ключей, ну, накидные есть, ну, мало. Что-то больно тяжелым какой-то. Ну, земля, наверное. Ладно, что, наверное, надо разбирать. Что какие-то железяки. Облицовки или что-то. Ну, какие-то. Ну ладно, потом соберу тут, прозвоню тут, может что-нибудь есть красивое. Так вот, ух, в таком лесу. Ну когда-то делянки были. Так вот, красоте не лесу. Все, масляное ято открутил, водка грязи. Ну хорошо убираться так. Пластом убираться. Так-то более-менее чистый радиатор даже. Вот так. Здесь чуть не новый радиатор. Что-то. Похоже, дерево уронили на него. Здесь крышка сверху замята. Так, земли нет, а что он так тяжелый-то? Ну, боковины, яичко тут, ну, что-то больно тяжело. Так, сдавать смысла нет, надо все равно разбирать, домой вести. Пробовал открутить, нифига не откручиваются болты. Все заржавели, на болгаркой тут работает. И чухнуло по крышке, проломило. Что-то раньше было, и привезли новую, поменяли, да и все.
паразит. Вот так надо сейчас отпускать тихонечку. Далековато немножко подъехал. Я прогибаться в виде хотоса. Тяжело, как бы не отпустить обратно его. Крепко, крепко. Теперь-то он наш. Нормально. Сидит. Сейчас лебедку смотаем. Вот и все, сейчас надо там убираться из этих дебри. Все, погрузил я его. Вот так вот. Думаю, что нормально уже. Вес хороший, на радиатор один. Столь металла не нагрузить, чтобы цена радиатора сейчас дам. Ну, домой везти его надо, болгарка, резать его. Ну, обрезать все. Лишний металл. Фух, устал, конечно, уже. Ну еще я не знаю, куда там дорога какая мне уехать в деревню. То есть тут это недалеко, конечно, деревня, думаю, что. Ну, ехать на дорогу я вообще практически не знаю. Надо из этих дебри выбраться мне. Забрался в эти дебри. Заехал, ладно, сейчас выезжать надо, скоро раз пересдавал. Так вот надо как-то туда сильнее уруливать и туда выходить. Хватит поворота, не хватит вот туда, вот как-то снова на место. Там как-нибудь выйдем. Кружу. Все, приходил на стоянку, тут деревню оставлю. Вот так, нормально все, приехал. Завтра заберу его, увезу домой, разберу. Ладно. Бензин приехал где-то. Чуть-чуть осталось. Ладно, всем пока, до новых встреч.